Кравець від Бога – це не титул, не гучне вихваляння. Кравець від Бога – це покликання. Покликання Романа Демідова. Старший з 6 дітей. Йому з 14 років доводилося перешивати одяг. Робив це завжди залюбки, проте не замислюючись. Так само не замислюючись, вступив до хіміко-технологічного інституту. А на другому курсі, врешті-решт, замислився. Покинув престижне навчання, позбавив молодшу сестру приданого у вигляді швацької машинки та став вчитися на кравця. Диплом з відзнакою – це, звісно ж, не показник таланту. Не показник таланту і призове місце на престижному конкурсі. Талант у іншому проявляється, стібок за стібком, втілюючись у ідеальних костюмах ручної роботи, у бажанні та натхненні вчитися весь час. Цей талант Роману Демідову від прабабусі та прадідуся дістався. Вони були відомими кравцями свого часу, а він один з найкращих у нашому місті. Це не звик ані титулами, ані вчинками. Скажемо лише, що Роман Демідов – людина з міцною громадською позицією. А що ж до таланту, то костюми роботи Романа Демідова на червоних доріжках Києва гуляють. За кордоном, у телешоу з'являються і на Катерининському балу неодмінно відзначаться. Ну а ми про моду завжди поговорити раді. А поговорити про моду з людиною, що знається на ідеальних чоловічих костюмах, тим паче. А тож розмова обіцяє бути солодкою. Романе, ми сьогодні говоримо про чоловічу моду, проте чоловіча мода – поняття неоднозначне. І колись мода взагалі була жіночою прерогативою, а зараз чоловіків, що стежать за моду, називають метросексуалами, їх стає все більше. У вашому професійному розумінні, що таке чоловіча мода? Ну, я думаю, надо сначала исходить из понятия, что такое мужчина, в первую очередь, и потом, что такое мода. Как по мне, мужчина – это не человек, который внешне физически отличается от слабого пола, а это человек, который внутренне таков. Мужчина, настоящий мужчина, в моем понимании, человек, имеющий цель, имеющий достижение, уважающий себя, ценящий себя, человек, который всегда прогрессирует. Это завоеватель, в первую очередь, завоеватель каких-то вершин, не обязательно там просто женских сердец. Вот. И если говорить о моде, то мода, как по мне, она немножко неуместна к мужчинам. Для мужчин лучше слово «стиль», мужской стиль. Потому что мода от стиля отличается равносильно, как картины Дали от разукрашек, которые мы покупаем для детей. И разукрашки меня можно каждую неделю покупать, а картины стоят дорого, и они вечны. Поэтому, ну, скорее всего, мужской стиль. Мужской стиль – это то, что идет изнутри. Ведь мода, она идет снаружи. Ни для кого не секрет, что есть фирма, которая для всех дизайнеров каждый год, каждый сезон разрабатывает цветовую палитру, контуры, силуэты. Только единицы, кажется, Лагерфельд, которые не пользуются ими услугами, их услугами, и которые делают именно свои коллекции, так как он это чувствует. Так же самое стиль – это то, что идет изнутри. Знаете, вот есть такое понятие, что человек есть то, что он ест. Это не обязательно пища, это то, что он читает, то, что он смотрит, то, с кем он общается, и то, что формирует его мышление, его взгляд, его мировоззрение. И наша одежда – это как следствие выражения внутреннего состояния, или же наша одежда человека скрывает в общей серой толпе, или же она его выделяет, она подчеркивает его достоинство, его индивидуальность, его харизму, и что делает его по-настоящему настоящим мужчиной. А як ви оцінюєте у Дніпропетровську? Є стильні і модні чоловіки? Ісходя з того, які у мене клієнти, я можу сказати, так. Да. І наш міст, він не тільки індустріальний, але я вірю, що в ньому сконцентрований, крім інтелекту і фінансів України. І я замечаю, що більше і більше мужчин в нашому місті, вони одягаються стильно. Они одеваются дорого, они одеваются со вкусом. Люди, которые знают себе цену, которые имеют представление о вкусе. Что не скажешь, к примеру, о городах-сателлитах, где стандартно 90% мужчин носят джинсы со свитером. И они даже не представляют, что такое смокинг, что такое костюм. Последний раз костюм они носили на выпускном или на свадьбе. Поэтому наш город, да, он в этом плане растет.
Романе, існують національні особливості у одязі. Без сумніву, легко впізнати італійця за одягом, за манерою одягатися, француза. А українців є характерна манера одягатися? І, зокрема, чи існує дніпропетровський стиль? Ну, дніпропетровський стиль, в особливості, поки він не сильно сформувався, тому що у нас поки люблять дорогі бренди. Неважно, насколько хорошая, качественная вещь, неважно, как она сидит, соответствует ли. Главное, дорогая бирка. Есть бирка, человек чувствует себя хорошо. Относительно разных стран, там, брать Италию, Францию, ну, к примеру, мне нравится Анналер, там есть культ костюма. И 80% мужчин, они носят костюмы, пошитые индивидуально. И они не просто шьются, они ценят это мастерство, они ценят ручную работу. И они участвуют в создании костюма. От выбора ткани, от фасона, до фурнитуры, даже какими нитками, ну, с пушкой делается, там прошивается костюм. И, естественно, одевая костюм, он чувствует себя, что это его. Ведь наша одежда – это наша вторая кожа. Кстати, портные – это самая древняя профессия. После того, как Бог жизни трудился, потом почил. Следующее, что он делал, он шил. Когда Адам с Евой согрешили, это как признак несовершенства, как они себя одели? Фиговыми листочками. И бывает, на человека смотришь и сразу понимаешь, вот это слово на язык находит, в чем ты одет. И когда увидел их Бог, он понял, что прикид не очень, и написано, что он сделал им кожаные одежды. Я не думаю, что это одежда, как у первобытных, какая-то накидка. Я уверен, что это было очень стильно, это было со вкусом. Может быть, там какие-то молнии, драпировочки были. Но они чувствовали себя достойно. И, как говорит Писание, одежда, она закрыла их стыд. Она закрыла их недостаток. Так же самое, если наша одежда закрывает наш недостаток, эта одежда, можно сказать, пошита Богом. Романе, найбанальніше питання, яке можна поставити кравцю, проте мені не пробачать наші телеглядачі, якщо я його не поставлю. Що буде модно носити у майбутньому сезоні? Как я чувствую, мода у нас, она, как правило, цикличная. Нет ничего нового, чего бы не было раньше. То, что было 20-30 лет назад, оно возвращается. Но возвращается с новыми тканями, с новой фурнитурой, немножко измененный силуэт. И, как правило, мода – это то, что немножко забыто старое. Это забытое старое. Как по мне, и так как я чувствую, и действительно дизайнеры, они уловили эту волну, модно будет бархат, вельвет, коричневые, бежевые оттенки. Как я сам чувствую, как мои клиенты чувствуют, это смокинг. И не обязательно смокинг на праздник. Смокинг, если его, к примеру, приталить, укоротить, сделать немножко короче, его можно носить с джинсами. Потому что любая одежда, она дает настроение. Одеваешь робу, чувствуешь себя особо. Одеваешь военную форму по-другому. Одеваешь смокинг, чувствуешь себя празднично, радостно, весело. Независимо, куда ты идешь. В магазин, в институт, на свадьбу. А must-have для майбутнього сезону є у чоловіків? Конечно. Обязательно у мужчины должен быть костюм. Если брать наступающий сезон, желательно брюки, если берем, к примеру, брюки сейчас широкие, узкие отходят от моды, идут широкие, 2-3 складки, жилет, он, это писк. На базарах практически нет жилетов, фабрики, они не отшивают, так как, если, скажем, брюки с пиджаком легко распарывать в магазине, то жилет, он не на каждого оденет, потому что это рост, это размеры, поэтому это, конечно, индивидуальный пошив. Если берем пиджак, то входит в моду двубортный. И поэтому, если мужчина все-таки следит за тенденцией, за модой, и он купит, посчитает как must-have для себя двубортный костюм, он будет на высоте. Романе, Коко Шанель колись назвала кілька речей, які формують жіночий гардероб, які мають бути у гардеробі порядної жінки, а речі, що мають бути у гардеробі порядного чоловіка, незважаючи на модні тенденції, є? Звісно, є. Це можуть бути абсолютно будь-які речі, але які мають в собі
то, что на самом деле Коко Шанель заложила в эти пять вещей. Она сформировала это в трех словах. Это простые, четкие и строгие явления, которые подчеркивают достоинства и скрывают недостатки. Романе, в нас ще є традиційне питання до всіх без виключення наших гостей, бо програма у нас називається «Кексу в великому місті», і відштовхуючись від цієї гастрономічної теми, ми збираємо рецепти. Від вас, звичайно ж, ми чекаємо рецепту, як виглядати стильно. Чтобы выглядеть стильно, это должно быть то, что на тебе соответствует тому, что внутри. Поэтому я советую заняться техническим шпионажем, я это так называю, и пойти в самые дорогие бутики, перемерить все, сорочки, брюки, пиджаки. И вот когда ёкнуло, когда вы почувствуете, это оно, идете в магазин, покупаете хорошую дорогую ткань и идете к лучшим портным города. Здравствуйте. В современной жизни мужчинам труднее одеться не в попад, нежели женщинам, поскольку официальный мужской костюм не менялся уже на протяжении более 100 лет. Исторически сложилось несколько видов мужских костюмов, которые одевают по особенно торжественным случаям. В частности, к ним относятся фрак и смокинг. И именно об этих видах мужской одежды, которые присутствуют в гардеробе современных мужчин, мы поговорим с вами сегодня. Итак, смокинг – это парадный вечерний мужской костюм, традиционно черного цвета, отличительной чертой которого является отделка лацканов пиджака шелком. К смокингу полагается гладкая или с рюшами белая рубашка, черный галстук-бабочка, выполненный из бархата или шелка, черный жилет или пояс, черные носки и черные туфли, возможно, лаковые. Следует помнить, что смокинг белого цвета одевается только лишь летом в особенно торжественных случаях. Фрак – это парадная мужская одежда, которая предназначена для особо торжественных случаев. Как правило, фрак надевается после 6 часов вечера для участия в официальных мероприятиях, приемах и балах. Фрак представляет собой пиджак с шелковыми лацканами и длинными шлицами. К фраку полагается белый пикейный жилет и белый галстук-бабочка. Следует помнить, что манишка фрачной пары должна быть обязательно жестко накрахмаленной. Фрачная белая жилетка должна быть обязательно застегнута на все три пуговицы. Если к фраку не прикрепляются ордена, то в нагрудный карман пиджака можно положить белый носовой платок. К фраку следует одевать черные носки и черные лаковые туфли. Следует помнить, что фрак также является униформой дирижеров. Избегайте пикантной ситуации. Черная галстук-бабочка надевается к фрачной паре, которую носят официанты и метродотели. И напоследок совет. Помните, что наша одежда может многое рассказать о нашей личности, поэтому соблюдение элементарных правил дресс-кода поможет вам завоевать репутацию воспитанного человека. Удачи вам!